Данное мероприятие проводится с целью пропаганды бережного отношения к природе, окружающей среде, а также развития добровольчества и активности среди молодежи. Мне все понравилось, на самом деле. После такого отдыха хочется, конечно, еще отдохнуть, потому что очень все болит, но насыщенно было. Подобное мероприятие важно прежде всего, что здесь собираются неравнодушные к добрым делам люди, и они прежде всего учатся создавать подобные мероприятия для себя и для тех людей, которые состоят в их молодежных центрах.